Всех приветствую на моем канале. С вами юридические новости. В Государственную Думу внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за утечку персональных данных. В случае принятия законопроекта штрафы за утечки персональных данных составят до сотен миллионов рублей, а уголовный срок для похитителей данных до 10 лет лишения свободы. Что такое утечка персональных данных? Как правило, персональные данные клиентов или сотрудников компании становятся достоянием общественности в результате неправомерного доступа со стороны третьих лиц, хакерские атаки или злоупотребления со стороны недобросовестных работников. Мишенью для злоумышленников становятся базы данных учебных заведений, образовательных платформ, медицинских организаций, клиентские базы крупных магазинов и так далее.